знаешь, меня зовут Саша, я в мотосмене уже второй раз. Мне тут очень нравится, потому что тут всегда очень хороший персонал, хорошие тренера, хорошая мототехника, хороший гараж. И всегда есть все условия для того, чтобы мы смогли починить, сделать что-то новое. Постоянно катаемся в полях, это очень интересно. Здесь обучают не только покатушкам, но и ремонту мотоциклов, обслуживанию. Ремонт мотоцикла происходит у нас в гараже, где практически всегда есть запчасти и набор ключей. Меня зовут Миша, я на мотосмене второй раз. Все круто, у нас здесь проходят покатушки в полях на основной площадке. На основной площадке катаются более неопытные маленькие дети. Я думаю, приеду сюда еще раз и позову друзей.